Всем привет! Казахстанская фигуристка Элизабет Турсунбаева возобновила сотрудничество с российским тренером Этери Тутберидзе. Ожидается, что фигуристка будет работать с Тутберидзе до Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Сейчас Турсунбаева находится на сборе группы Тутберидзе в Новогорске. Турсунбаева уже работала с Тутберидзе в 2012-2013 годах. Последние 5 лет казахстанская спортсменка тренировалась в Канаде под руководством Брайана Орсера. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем хорошего дня. Пока.